Мурзилки. 20 лет. Лайв. Ну, песня действительно замечательная. Гениальный текст, написанный Олегом Ломовым, на новость по поводу того, как однажды наш президент Владимир Владимирович Путин запретил, ну, предложил, во всяком случае, бросить вредную привычку курить министрам. Министрам. И министры, как мальчишки, стали шкериться по углам, да, прятаться в министерствах и ведомствах, уезжать Выбегать в командировки, чтобы там хотя бы покурить. Немножко перекурить. Да. Да, да, да. Поэтому сейчас переместимся в импровизированную курилку, да, где, собственно, министры и переживают происходящие события. Подумает наверняка, что мы уже вышли. Что мы на перекур, да. А мы абсолютно на трезвую ногу.